Уважаемые коллеги, омские предприниматели, от лица Омского областного союза предпринимателей разрешите поздравить вас с Новым годом. В 2015 году российская экономика испытывала определенные трудности. Мы столкнулись с санкциями, с проблемой кредитования нашего бизнеса, с общим падением производства. Надеяться на поддержку государства или рост потребительской активности не приходится. Поэтому хочется, чтобы в первую очередь российская экономика вышла из кризиса, выйдет российская экономика из кризиса, будут новые инвестиции, будет увеличение доходов как предприятий, так и населения. Но предпринимателям хочется пожелать в первую очередь успехов в ведении их бизнеса. Ну и, конечно же, удачи. Куда без нее? С Новым годом и Рождеством!